Привет, дружище, меня зовут Сашка, ты на канале Князь, и сегодня у нас выходит распиздяйско-аналитическое видео, потому что... Почему распиздяйско? Потому что оно записывается на стриме, да, я в конец обленился, но все-таки обойти такой случай я никаким образом не могу, потому что сегодня на моем аккаунте будет открываться реально огромнейшее количество ништяков. Доселе я еще так много ништяков на своем аккаунте не открывал. И помимо всего, у нас сегодня целая гоп-компания, это в плане... 900 зрителей, и в плане еще сегодня с нами заслуженный каблук битвы замков Сафонов, Оля, Света и наш маленький аналитик, который, надеюсь, может быть, после данного видео, если просмотрит, то сделает таблицу, сколько ресурсов я сегодня получу. Хотя, в принципе, как он увидит? То есть я надеялся его табличку вставить в само видео, но... Я не знаю, как он это сделает. Может быть, сегодня у нас появится такая четко посчитанная стратегия. Статистика, друзья. Короче, тема какая? Многие, кто подписан на мой канал, если не подписались, то вы должны знать, что был стрим. Вот сейчас он продолжается. На котором я потратил 400 тысяч самоцветов, друзья, на акцию «Пират». Это, наверное, одна из самых выгодных акций, которая сейчас в битве замков в плане сливания... самоцветов. У меня было 400 тысяч, и я стоял перед выбором, куда эти самоцветы слить. Можно было взять их слить на подземке, таким образом я заработал бы больше 800 тысяч КГшек, кристаллов героев. Но если учесть тот факт, что у меня все герои прокачаны на 200 уровень, и даже просто тупо у меня будет опыт уходить никуда, это раз. Во-вторых, у меня нету кулачков. И было принято решение ждать акцию пирата. На акцию пирата мы, ребятки, дождались. И в ней, на самом деле, дается разнообразные ресурсы, которые помогут прокачке вашему аккаунту. И так как было потрачено просто огромнейшая сумма, это, ну, по крайней мере, для моего аккаунта это дико много, и получилось вырвать очень много ресурсов. Сегодня вот посмотрим, попытаемся посчитать на видео, может быть, таблица выскочит у вас в конце видео на экране, сколько чего получили, но тем не менее, на видео мы как-то грязненько попытаемся посчитать, что выпало. Потому что, смотрите, здесь и новые камушки могли выпасть, что самое главное... Прикольно, почти ну, самая одна из самых крутых коробок выпала. Далее тут у нас сумка профессора Риббита. Ладно, погнали на склад, а то что-то я забалаболился. Так, запись идет, все замечательно. Во-первых, пока ролили пирата, только с чистоганом, ну не чистоганом, но вот в плане сразу не на склад, мы получили уже 10 тысяч кулачков, больше 10 тысяч кулаков, потому что там за каждый удар по 150 или там 1000, если ты 1200 нажимаешь самоцветов, тратить это 10 попыток, тебе дается, если не ошибаюсь, 30 кулаков. Вот таким образом мы больше 10 тысяч кулаков только здесь нафармили, это раз, можно даже записать, 10 тысяч. Идем дальше. Заходим на склад, и здесь уже начинаем потихонечку офигевать. Во-первых, что мне хотелось отметить. Тут давали, вот, 3000 вот этих коробок. Я не знаю, на стриме, наверное, буду полчаса их открывать. У меня книжки вот зеленые, синие, фиолетовые пойдут на максимум. Ну, как бы в них я проблем не буду испытывать, это точно. Но книжки это ладно, ерунда, это тоже пригодится. Давайте тогда с кулачков начнем. А, здесь еще значки почета тоже давались. В общей сложности в запасе будет валяться 4 миллиона. Ну это ладно, это тоже все ерунда, это не то, ради чего тратились самоцветы. Самоцветы тратились ради кулачков. Но помимо кулачков было получено... сколько мы считали? У меня было 60 карт или сколько? Или 80? Света. 80 было, я запомнил. 80, опачки. Казариш. Жу-жу-жу, алло-ло. Тролля, тунс-тунс. Бэнк-бэнк-бэнк. Парам-пам-пам. Маша, вот Маша, я тебе обязательно припомню. Спасибо тебе за 100 рублей. Во время записи видео. Ну да ладно, в конечном итоге мы только вот карт смен таланта получили около 190 штук. Это раз. Идем дальше. Рупоры еще давались. Теперь я могу просто бесконечно балаболить в общем чате. Это около
550 рупоров получено, это тоже очень много. Но как бы они по сути нафиг не нужны, но будут теперь мертвым грузом валяться. Далее, что еще хотелось бы отметить. Коробки таланта 5 уровня там сразу не падали, но их станет определенно на аккаунте больше. Я вам попытаюсь потом объяснить, почему. 272 карты смен чар. Я не знаю, сколько у меня их было, но было, наверное, около 40 или 50. Ну, короче, тоже около 200 упало. Дальше, что хотелось бы отметить. Упало где-то 6 камней вот таких вот, эмблем рун. Но они будут у меня очень долго лежать, потому что красных кристаллов у меня все равно, по сути, нету. Далее, из подарков. Упало 119 карт, вот таких вот карточек, которые мы сегодня будем вместе с вами открывать, друзья. И я не знаю, какой здесь самый крутой герой, на которого героя нам фапать здесь. Ну, череп, наверное, реже всего падает. Я не знаю, ребятки, но они все откроются. Дальше, и три карточки вот таких, ну тут уже, опа, тут даже может выпасть профессор Риббит, который теоретически мне может пригодиться, заклинательниц, ну они все могут теоретически пригодиться, герои, которые еще на 12 уровень не прокачаны. Посмотрим, кто упадет, можете в комментариях ставки сделать. И что самое главное, упало 70 таких коробок, которые мы тоже сегодня откроем, и отсюда упадут еще дополнительные кулачки или те же коробки таланта 5 уровня и так далее. На все это дело мы, ребятки, посмотрим. Будем надеяться, что карты смены чара, коробки и вот коробка каменной кожи падать не будет. Ну и книжки, я думаю, что в принципе со значками почета нам тоже нахер не нужны. Возвращаемся. А, стой, ваши подарки. Вот такие вот штуки упали, мы их тоже откроем. Они, конечно, наверное, беспонтовые, но тем не менее, ну как бы будут полезными. Далее. Еще мешочки Риббита есть. Да, 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 не забываем. Во-первых, посмотрите, сколько упало мешков сумка питомцев 1. Это сколько питомцев откроется? Это просто пипец. Потом еще блатные сумки питомцев, откуда могут упасть ну, наши блатные питомцы, грубо говоря. Это все тоже нападало с 400 тысяч. Херово туча мешков осколков, но я не знаю, их, наверное, на видео открывать не буду. И вот эти вот большую пачку питомцев тоже открывать не буду. Это в конечном... Вот открою, наверное, самые блатные мешки. Потому что это все по 10, но это реально долго открывать. Мешки Риббита откроем. У нас 67 мешков Риббита нападало. И посмотрим, с 67 мешков нам хоть один Риббит упадет в плане полноценного героя, или все будем именно осколками собирать. Так, ну и в принципе возвращаемся к теме кулаков. Так, чистоганом КГшек нам упало 93 тысячи, и чистоганом кулачков нам упало 100 тысяч. Но это не окончательная сумма. Смотрите, 100 тысяч кулаков чистоганом упало. То есть у нас, если учесть те кулаки, которые прям вообще не на склад падали, у нас уже 110 тысяч кулаков получается. Это даже, ну, примерно я на это и рассчитывал. Дальше мы идем и смотрим вот на эти камушки. У меня зеленых камушков до того, как я начал ролить акцию пирата... О, у нас сейчас прям донаты пошли, когда я записываю видео. Спасибо вам большое, потом зачитаю. Вот таких вот камушков у нас сколько? У меня только одна штучка была, да, ребятки. То есть выпало 501 камушек. Это мы посчитали, это 150 тысяч кулаков, если это перевести в кулаки. То есть, ну, чистоганом нам 110 выпало, плюс 150 тысяч кулаков. Это уже 260 тысяч кулаков. Если все в кулаки посчитать, это реально дохера. Это уже очень классно и очень прикольно. Жалко, конечно, синие камни не упадали, потому что они у меня на аккаунте в дефиците. Ну, давайте это мы... Хотя нет, это мы еще расчехлять не будем. С чего начнем открывать? Давай... Так, осколки мы тоже открывать не будем. Давай блатные сумки питомцев откроем. И увидим, что нам ледяха никаким образом... не падает. Так, джели упала. На стриме я, конечно, открою полностью все мешки питомцев. И потом в конце посмотрим, сколько там питомцев я реально смогу прокачать на следующий уровень. То есть, конечно, бонус аккаунту от такой траты самоцветов реально очень большой. Если у вас вдруг накоплено огромнейшее количество самов, то я советую вам ждать акцию пирата и тратить именно на это дело.
Есть много топовых игроков, там, донатеров, которые покупают очень много самоцветов, но тратят самоцветы на выбивание повтор каких-то героев, которые у них и так есть, вместо того, чтобы их потратить, к примеру, в подземку, или потратить, к примеру, на ту же акцию пирата, там, где они получат целую кучу кулаков. Так, сейчас мы это все откроем. Ну, мне кажется, что ледяха меньше всех падает. Так. Собеседники, наша великая гоп-компания молчит, только вот в чате люди пишут, а в скайпе люди молчат. Так, это я все... Мы перепить не можем даже. А, еще 396 яиц упало. Ты это балаболишь без этого? Это жестко. Так, сундук лавы мы открывать не будем. Так, давайте посмотрим вот эти вот штучки. Сразу 9 штук откроем, посмотрим, какие нам оттуда руны упадут. Психощит, Т2, ну... Не знаю, ну такое. Ну, будут занимать место на складе. Кстати, мест на складе у нас становится все меньше и меньше. Потом, как мы будем от них избавляться, я не знаю, ну, по крайней мере, на видео. Перейдем к чему? Давайте 119 легендарных карт откроем. Или, подожди, или отсюда они еще могут падать. А, они еще отсюда могут падать. Давайте вот это вот интересная штучка. Давайте подсчитаем, что нам еще по кулакам там упадет. Давай, здесь... 10 штук. Открыли. 5 тысяч кулаков. Это у нас уже 265 тысяч кулачков. Плюс зеленые камни. Это сколько? 6. Это 6 тысяч, да? Это то есть 271 тысяча кулачков в общем пересчете. Плюс 20 камней самых дешевых. Это 12 тысяч? Я ж тебе сказал. Да, нет, получается 3 тысячи, там 3 тысячи десятка стоит. И плюс 15к за коробки. Ну, коробки, я не знаю даже, считать, не считать. Ну, давайте считаем, если мы все в кулаки перефигачиваем. Ладно, у меня было... вот это я посчитал, у меня было 265 тысяч кулаков. Плюс это сколько? 6? Это 271, а здесь 6. Это... 277 уже тысяч. Плюс 3 коробки. Ну, давайте 3... 292 тысячи. Давай дальше. Могли бы получить 4 миллиона 900 тысяч золота. 97, 300, 306, 311 тысяч. Но в целом нам 4 коробки, да, упало. Потом просто отнимем эти коробки, посмотрим вот именно на кулачки, потому что коробки, ну... Такое все, 4 коробки, ладно. Так, это 311 тысяч уже. Идем дальше. Опачки. Ничего себе. Так, это ж, ну, чистоганом кулаки не упали. 337. Вместе с коробкой, да? Угу. 337 тысяч кулаков, и у нас получается 6 коробок уже. 337 тысяч кулаков, охереть. Это же там всю жизнь надо фармить битву замков, чтобы вот так вот, короче, нафигачить. Идем дальше. Это что у нас? Это здесь 3000. 360. Вместе 360, да. Уже? С коробками, да? Да. И коробок плюс 2, это уже 8 коробок. Охереть. Давай дальше. Офигеть. Здесь вот эти камушки. 383. Нифига ты подсчетчик. У меня мозг уже так не работает. Это с коробками, да? Да, всегда с коробками буду говорить. 383, охереть. Давай дальше. Так, здесь... 12, 10, 8, 9. 298. Слушай, 4... ты можешь тебя 390. Калькулятором найти? 14 тысяч кулаков здесь. 398. Слушай, эти коробки, конечно, очень ценные. Идем дальше. Опа, наконец-то они еще раз упали. Так, сейчас 406. 406. Ну, чистоганом кулаков могло и побольше упасть. Упало, наверное, только, не знаю, пару раз. Могло бы, знаешь... Ну, да, по ощущениям, 1010-15 чистыми упало. Да, а остальное все только в этих 406. Ладно, 406. Если отнять один из коробок, 10-5-50-55. Если без коробок считать, получается 351 тысяча кулачков.
Так, дальше что мы еще можем открыть? Карты с героями. Давайте карты. А Риббита давай открывать или карты? А, Риббита давай напоследок оставим. Мне вот самому интересно, выпадет ли там... выпадет... Череп. Череп. Не, ну здесь-то, ладно, здесь понятно, здесь ерунда. Ну, череп упал. Ну, по сути, отсюда мне, наверное, больше всего череп только и нужен. Если там в алтаре заменять, да-да-да. Там вторые эволюции, потом черепом сделать, еще что-либо. Так. Тут это все не интересно. Я вот не обратил внимания. Один. Окей. Теперь вот эти. Здесь самое интересное, что мы можем получить. Ну, здесь Анубис, Ронин, Ворожей. Ну, посмотрим, сколько интересных героев выпадет. Давай, открываем. Давай, здесь поинтереснее, по одной. Малыш Ник, я не удивлен. Малыш Ник, я не удивлен. Очень интересно. Малыш Ник, а, не, Рино, о. Да, у тебя Тесса. О. Дальше. О. Призрачный всадник. Блин, я прям сейчас весь потом покрылся и возбудился. Ведь, ну как? Ведьма. Вот это неожиданность. Еще лучше. Вообще ни хрена не упало. А там как бы и Ронин, и Стрелок, и Анубиса можно ожидать, да? Ладно, давай здесь. Ну здесь уже... Ну тут, наверное, заклинательницы будут сыпать, но мне, по сути, они как бы... Одна штука нужна. Хотя мне 4 осколка заклинательницы нужны, по сути. Как бы мне даже она... Мне даже не нужна заклинательница, мне 4 осколка хватит. Ладно, давайте посмотрим, что отсюда выпадет. Использовать. Ну это реально, это самое большое открытие ништяков на моем аккаунте. Афина. Даже, наверное, вообще на моем канале. Еще одна Афина. Давай это... Наверное, рандом считает, что Афина самый беспонтовый герой. Давай, джекпот Афина. Бигфут. Донат. Я потом все зачитаю, спасибо. Так, идем дальше. Люди такие ту-ту-ту-ту-ту-ту, но только озвучка от 100 рублей. Так, окей. Многие, конечно, подумают, что я ленивый и на стриме видео записываю, но, ребятки, такие вещи, они никогда не случались на моем аккаунте, потому это надо запечатлеть. Тут, наверное, для меня самое интересное. Все вы знаете, что за донат продаются эти мешочки. И тут, ну, это как бы есть первого уровня мешочки, есть второго уровня. То есть, чем, ну, второго уровня мешочек круче. Там, наверное, шанс, во-первых, там больше осколков дают, и, может быть, там шанс на выпадение Риббита больше. Но в целом, да, сейчас мы посмотрим, сколько мы здесь соберем вообще чего. То есть, мне интересно вообще, за 70 этих мешков-то откроется хоть одна карта Риббита или нет? Или хотя бы мы соберем, обычно там же падает, знаешь, по... Соберешь. За 67 мешочков по-любому будет. Ну там по 2 осколка падает обычно. Сейчас посмотрим. Ты какой-то оптимист, давай. Только не по одному открывай, пожалуйста. 8. Вот сразу 80. Ну да. Ну это нет, повезло. Давай, наверное, по одному, потому что ты не поймешь, сколько. Ну, долго давай будет. Дальше. И так долгий видос уже. Ну, длится ладно, 18 минут. Давай дальше. 150! Вот. За 20 ты уже и собрал. Все. Но один так и не упал. Ну, упадет. Целиковый. Упадет. Да. А он не упадет. 37. Почему он не упадет? Потому что Света так сказала. Да и мы говорим про целиковый, чтобы выпал. Да, да, да. Давай. 236. Слушай, я думал, что будет все время. Знаешь, ты 10 открываешь, тебе 20 выпадает там. 230. Слушай, это же сколько их там будет? Давай дальше, там на вторую эволюцию так хватит. 236, 80, 150, 37, давай дальше. Ну, 55. А вот сейчас поскромнее, знаешь, так. Вообще скромненько. 55. 98. Какой же там шанс, чтобы целый же? Ну, целый я и не верил, что целый выпадет. Давай последние 7. О! Выпал! Да ты оптимист, батюшка. Да ты оптимист. Слушай, сколько всего осколков упало Риббита? Давайте я быстро калькулятор включу. Это 98 плюс 29 плюс
55 плюс 236 плюс 80. Я просто не знаю, сколько у меня осколков было. Плюс 150 плюс 37 равно 685 осколков плюс целые. Это нам, по сути, 4 в общей сложности выпало Риббита. 685 осколков. 725? Да. Почему? Где-то просчитался. Может, что-то я не записал? 80 плюс 151. Сколько в начале было ребитов у тебя в осколках? Ну, давайте еще раз, ладно. 98 плюс 29 плюс 55 плюс 236 плюс 80 плюс 150 плюс 37. У меня 150 записано, 685. Ну ладно, давай, хорошо. Идем сюда. В чате даже пишут, 151 был. Вот, а здесь 720. Ну, значит, какие-то уже были. Но это мы уже на стриме заберем. А далее, что у нас по складу остается? В принципе. Так, ну здесь. Понимаете, еще там те герои, ну, как бы, кулак этих КГшек у нас получается, конечно, не так уж и много. Ну, там еще карты какие-то можно продать, которые нам выпадали ненужные, да? То есть там много чего еще продать, можно кулаков. Фото КГшек у нас больше, чем мы, допустим, хотели бы. Ну, точнее, мы бы хотели бесконечно их. Далее, что еще тут можно открыть? Эти мы открывать не будем. Так, это славы мы открывать не будем. Эти осколки я уже открою с питомцами на стриме. Там, наверное, очень много мы заберем, улучшим питомцев. Ну, наверное, на этом все. Какие-то итоги надо подводить. Мы до хера получили риббитов. В общей сложности сколько там было кулаков? 406 тысяч, если учитывать коробки. Если их не учитывать, тогда 350 тысяч. Так, подожди. Ну вот, потребляемые, бац, 93 тысячи. Так, это я открывать не буду. Так, отсюда 102 тысячи. И прикинь, продать. И 15 тысяч. Мало-мало упало, я надеялся больше. Итого, чистоганом 129 только получилось. Вот совсем-совсем чистые, 129, даже 127 получилось. Но очень много во всяких других штуках. Вот. Я мало, вот про эти штуки я вообще молчу. Ладно, друзья, на этом все. Вот такой вот видос получился на 20 минут. Это реально рекорд для моего аккаунта, для моего канала столько ништяков открывать я, наверное, никогда не открывал. Вам же пожелаю огромнейшей удачи. Кому понравилось видео, не забывайте ставить лайки и подписываться. И всем пока. Приходите на стрим и смотрите все заранее. Вот так вот. Всем пока. Еще, ребятушки, совсем забыли упомянуть, что там еще с пирата падали фиолетовые сущности 190-го рыцаря, и их упало где-то 680 или 700, примерно так, а это в пересчете на КГшке около 100 тысяч КГ, то есть там в целом, я не знаю, больше 200 тысяч КГ еще срубили. Вот такие вот дела, друзья. Я зажрался.